дверь, подожди, зри меня только. Поспешил к вам, друзья. Ох, моя внученька уже здесь. Здравствуй, моя внученька. Привет, друзья. Сегодня у нас замечательное событие. Открытие игровой детской площадки. Новогодний подарок всей ребятне, всей детворе. Правда, Снегурочка? Правда! Молодцы! Добрый день, уважаемые гингисепцы, наше младшее поколение, старшее поколение гингисепцы. Сегодня мы впервые открываем объект по программе «Комфортная среда». Эта программа была учреждена Российской Федерацией, Ленинградской областью и, конечно, поддержана нашим скромным муниципальным бюджетом. Сегодня мы открываем детскую площадку, поэтому пригласили сегодня ребят, школьников из детского сада, чтобы они увидели, где им можно будет отдыхать. По данной программе в городе будет открыто несколько объектов в этом году, до конца уходящего года. И, конечно, мы продолжим эту программу еще 4 года. Наша цель в каждом дворе города Кингисеппа, Кингисеппского района, в Ивангороде, в сельских поселениях создать комфортную среду для наших жителей. И мы к этому приступили. Очень хочется, чтобы все кингисеппцы, взрослые, дети, юноши, поддержали эту программу. И самое главное, то, что мы сделали и будем делать, мы вас очень просим. Давайте вместе мы это все будем беречь, чтобы этим пользоваться долго и получать от этого удовольствие. Гордиться за себя и за свой любимый город. Да здравствует Кингисепп! Хотите счастливый Новый год? Тогда отправляемся в путешествие. А чтобы отправиться в путешествие, нам нужно всем сделать так называемый поезд. Дорогие дети, наша просьба к вам, взрослым, давайте это все беречь, приумножать, потому что данная программа отработала всего лишь первый год, впереди у нас еще 4 года, программа будет работать 5 лет, и в каждом дворе Кингисеппского района мы должны сделать вот такие комфортные площадки. Ура, Кингисепп, с открытием!